Теперь давайте с вами рассмотрим такой инструмент, как браш. Возьмем с вами инструмент браш. У него горячая клавиша B. B, нажмем с вами B. И вот посмотрим вниз на его опции. Значит, у нас тут есть, что у нас тут с вами есть? Ну, во-первых, конечно, у нас есть с вами размер кисти. И у нас тут с вами есть форма кисти. То есть в зависимости от формы и размера у нас будет изменяться то, как она выглядит. Вот. Это раз. Теперь давайте с вами возьмем и нарисуем вот несколько вот таких вот кружков с помощью инструмента Brush. Нарисуем несколько вот таких вот кружков. Вот. И теперь возьмем с вами и зальем с помощью инструмента Paint Bucket эти кружки. А Paint Bucket K, клавиша K, клавиша B. Можете попробовать попереключать. K, B. Теперь давайте посмотрим, вот много очень интересных опций вот здесь. Такая опция как Brush Mode, Paint Normal, возьмем другой цвет и попробуем просто кисточкой провести вот так вот по... Вы видите, рисует абсолютно везде. Да? Смотрим следующую опцию. Давайте для того, чтобы понять, что такое Paint Fills, нам понадобится с вами создать контур. Сделаем это с помощью инструмента InGlottal, горячая клавиша S. Вот, нажмем S и посмотрим, теперь снова вернемся к кисти, горячая клавиша B, кисти. И теперь посмотрим с вами Paint Fills. Paint Fills у нас будет рисовать только там, где есть заливка. То есть он не трогает линии. Следующая опция у нас с вами. Это опция Paint Behind. Paint Behind. И Paint Behind рисует за объектом. Paint Behind рисует за объектом. Paint Selection. Paint Selection. Paint Selection. У нас с вами рисует там, где есть выделение. Давайте выделим часть объекта. Теперь выберем такой инструмент, как Brush. И здесь возьмем Paint Selection и попробуем нарисовать. Вы видите, будет рисовать там, где именно есть выделение. Ну и, наконец, Paint Inside. Он будет у нас... Он будет рисовать у нас там. Он будет рисовать внутри объекта. То есть возьмем с вами Brush. Таким вот образом проведем.